Ну а сейчас перенесемся в Павлодар. Там «Антикор» восстановил в очереди на жилье сироту. Девушку ввели в заблуждение в городском отделе ЖКХ, из-за чего она оказалась в категории «неполная семья» на 2501 месте. 32-летняя Анастасия Лунга неоднократно уже пыталась восстановить справедливость. Ей даже пришлось подавать в суд на городской акимат. Там удовлетворили требования ИСА и вынесли постановление об устранении нарушения ее прав. Но решение суда долго не исполнялось. Тогда она обратилась в антикоррупционную службу. Те, в свою очередь, промониторили инцидент и выявили ряд проблем в механизме постановки очереди на социальное жилье. В результате павлодарку вернули в категорию «дети-сироты». Сейчас Анастасия находится на 298-м месте и, возможно, уже к концу года получит заветную квартиру. В 2010-м у меня родилась доченька. И ЖКХ убедили в том, что нужно поменять категорию на неполную семью. И так я получу квартиру быстрее и, возможно, не однокомнатную. И вот это было роковое мое заявление. И с 2010-го я не могла вернуться в ту категорию. И там с очередностью было все сложно. Почему-то она волшебным образом как-то куда-то исчезала. Все назад и назад. Она обратилась несколько раз в местные исполнительные органы, но ее просьбы были как бы игнорированы, так как комиссия посчитала недостаточными основаниями для восстановления очереди и отсутствия возможности. В этой связи она обратилась в суд, и по решению суда в 2021 году в августе месяце было вынесено решение о восстановлении ее очереди. Однако с указанного периода до настоящего времени ее просьба не была удовлетворена. После того, как она к нам обратилась, нами была проведена работа, мы изучили все обстоятельства дела, была проведена встреча. В результате гражданка была восстановлена в 2008 году.